Вот мне мама говорит: Леша, что ты хвастаешься своими автомобилями, своими заграничными поездками аж 3 раза в год? Да не буду я хвастаться, ладно, давайте я похвастаюсь своими болячками. Вот. Есть они у меня такие, да. Давление у меня повышенное, гипертоник, да. Поэтому, когда я надеваю 30 одежек без застежек, извините, кровь из носа идет. А вот лучше бы термобелье я купил здесь, в сети Медтехника. Вот. Что дальше? Дальше расскажу, что у меня есть хроническое заболевание. Это вот не сколиоз, это проблема с позвоночником. Потому что в свое время я достаточно долго тягал 12-килограммовую камеру вместе со светом. Сейчас камера полегче, но проблемки-то остались. Поэтому, когда вот приходилось откапывать свой автомобиль, что-то как-то дискомфортно. А нет бы поезд термический здесь купить и одеть. И гораздо удобнее. Вот. Что еще интересного? Да, недавно я тестировал вот снегоход. И чуть-чуть не уронил его себе на ногу. Если бы я ногу сломал, я бы поехал бы, ну, конечно, в травмпункт, но вместо гипса обошелся бы лупком, который купил бы здесь. Вообще, в сети Медтехника компании Интермед есть очень много полезных вещей, которые позволяют вам дышать спокойно. Это для тех, у кого проблемы с насморком, в том числе и про себя. Вот. Позволяет вам контролировать артериальное давление. Да много чего, я не буду перечислять. Это мнение специалиста и профессионала вам нужно. Я его вам сейчас и дам. Теперь... Где эту сеть-то найти? Все очень просто. Начнем с южных районов. Помните, новостройка, пропиаренная, круто. Новую поликлинику строят. Вот. Улица Зеленый Лог, трамвайная остановка, по-моему, одноименная. И строение, в смысле дом. Советская 217, это там. Дальше перемещаемся сюда. Остановка Гастроном, Карл Маркса 115. Ну, не сам Гастроном. А дом Карла Маркса 115 располагается немножко в другом месте, чуть ближе к юности. Вот, дальше. Остановка Гагарина, это Карла Маркса 88. Школа 6. Там тоже есть. То есть сеть грамотно разбросанная. Ну и вот здесь, Октябрьская 19. То есть вот она конкуренция. Хотя, конечно, лучше обращаться к профессиональным врачам. Но если необходимо купить то, что поддержит ваше здоровье, поможет вам дышать, поможет вам чувствовать себя комфортно, то это вот здесь. Магазин Медтехника, прямо напротив. Компания Интермед. Ну ладно, в завершение сюжета, как всегда, где найти всю сеть Медтехника компании Интермед? Ну, мы сюда приехали, напротив Кредит Уралбанка, центрального офиса, вот уже Газпромбанк, прошу прощения. Вот, то есть Карла Маркса 88. Остановка трамвайная Гагарина. Вот, Ленинский район, это наша любимая мясочасть комбината. Прямо напротив, на Октябрьской 19, есть отделение медтехники, компании Интермед. Ну и дальше туда, на юг поехали. Карла Маркса 115, остановка Гастроном. Найти очень просто, ну не в самом Гастрономе ищите, а в нормальном здании Карла Маркса 115. Это жилой дом, чуть ближе к юности. И для тех, кто мечтает вести здоровый образ жизни, при этом не тратя миллионы, ой, прошу прощения, миллионы чуть-чуть позже будем тратить, это 1000 рублей на лекарства. Советская 217. Там строится новая поликлиника. Так вот, на Зеленом Лагу как раз в аккурат есть это подразделение. Так что своим здоровьем занимайтесь, давление контролируйте, вес в том числе, и живите счастливо. Даже в такую суровую и непонятную уральскую зиму.